Ежи Гаврилюк – музыкант, путешествующий с гастролями по всему миру. Она – его муза-вдохновительница. Своей жене Вере маэстро из каждой творческой командировки высылал по открытке. Эта трогательная история и воодушевила организаторов на создание столь уникальной экспозиции. Идея появилась из таких домашних посиделок, когда у меня в семейном архиве были обнаружены открытки из, скажем так, из истории отношений моей прабабушки. Вот, и с друзьями мы эти открытки рассматривали, и пришла нам идея, почему бы, если эти открытки интересны нам, почему не могут быть интересны еще кому-то, и мы решили сделать выставку, наверное, года два эту идею вынашивал, и наконец-то ее удалось реализовать. Вера или Веруська, так обращался к ней в письмах супруг. Дама с характером, главная вдохновительница и единственная любовь Ежи. После смерти супруга Вера прожила 34 года в одиночестве, храня ему верность. Такие чувства не могли остаться без внимания, особенно сегодня, век информационных технологий, когда письма ушли в прошлое, но многие без них так скучают. Читая вот эти вот нежные слова на этих старых открытках, вы знаете, так становится тепло на душе. До такой степени чувствуется трепетная любовь между супругами. В общем, очень хорошая выставка, очень такие воспоминания замечательные. Интересно даже посмотреть вот старые времена. Очень прекрасная выставка, интересная. И мне очень нравятся эти открыточки, я написала. Даже самой себе вот интересно будет отправить и получить открыточку. Впечатления новые. Очень интересно. Играет оркестр, людей очень много красивых. Открытие этой выставки стало началом целого цикла мероприятий. В программе организаторов немало интересного. Пешие прогулки по городу с экскурсоводом, мастер-класс по созданию открыток в технике скраббукинг, создание психологического генеалогического древа и еще много-много всего. А пока все желающие могут прикоснуться к этой романтической истории в открытках и погрузиться в увлекательный мир середины 20 века.